Друзья мои, доброе утро. Погода у нас сегодня превосходная. Я показываю вам сейчас грушку. Ждала. Вчера мы видели, как только распускалась. Сегодня уже есть. В этом году будет их не так много. Вот только я насчитала здесь 3. Здесь 4. Сверху еще будет 3 в прошлом году. Было их очень много. Ну, в принципе, обычно люди говорят, что яблоньки, грушки раз в 4 года у них хороший урожай. Поэтому в этом году, думаю, поедим. Ну, их будет. Это яблонька. На ней я не вижу ни одного цветочка. Так что, может быть, она в этом году будет отдыхать. Сегодня тепло. Сегодня лучше, чем вчера. Вчера была такая весенняя погода. Сегодня более жарко. С Дашкой уже погуляли. Дарья. Оп. Хотела рассказать вам о Дашке. Дашка — это интересная собака, очень послушная. И скажешь ко мне, даже если побежала за котом, она все равно прибежит. Ну, а эта девушка, она точно как лиса. Себе на уме, слышит только электронный поводок. Вот есть такой отпугиватель собак. Если я ее позову, она моментально бежит. У нее где-то очень чувствительный слух, потому что на погоду она у нас реагирует. Это наш метеоролог, как я вам рассказывала. Еще одни тюльпаны. Скоро пойдут. Там розы нам говорят. Тишина пока не вижу. Вот такие тюльпанчики есть. Очень быстро в этом году. Они как раз на жару попали. И они моментально отцвели. Лилия. Не затоптали наши друзьяки. Это в прошлом году купила. Как-то выбился. Не съели наши друзья. И скоро и рис пойдет. И тут я не знаю, будет в этом году, нет. Ему здесь не хватает света и тепла. Тепла нет, света не хватает. И видно, этот пион замученный. Такой ирис. Еще один друг. Наш подкидыш. Ну, куда пошел? Вот. Вот и результат. Выбирай, не убирай. Прямо по рыжик. Под сетку залез и все. Что ему твои тюльпаны? Есть еще такой. Пион красивый, полный такой красивый. Может, завтра уже покажется. Завтра еще нет. А ландыши. Так, вот, 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 вот будут ландыши.
И рис еще. И рисом моим рано. Мы вчера были на кладбище, там уже расцветает. Вишня. No comments, как называется, да? Какие могут быть здесь комментарии? Красота, да? Смородинка. Есть. Тоже. Цветение началось.